have ways of blowing things up. Здарова, ребятушки, с вами Оладушки, Дредж, дополнение. Итак, похоже, наш сектант сдохнет с голоду к черту, потому что мы так и не наловили для него рыбы нужной. Это у нас уже становится некой традицией, так что давайте посмотрим по поручению, изучить местность, найти, о чем говорил голос, изо льда! Хорошо, у нас, кстати, не так много поручений, ну ладно, поехали. Я предлагаю сначала чуваков с лапами вытащить. Хотя все ли мы исследовали? Давайте попробуем просто поплавать. В крайнем случае потом тут посередине заночуем. Мало ли на что мы можем тут еще нарваться. Интересно. Вон, кстати, да, там же был момент, куда мне нужно было проехать, вот сюда вот. Охрененное место. А-а-а! Ты кто? Это его лапы, кстати, да? Погодите, а ледорубы, они эти топоры, они одноразовые? Почему мне нужен второй? А по сути мне тогда нужен будет еще и третий, да? О, как интересно-то. Южная точка. Посмотрите, у него глаза шевелятся, идите нафиг. Да, чудовище, да. Погодите, в тени скал возвышается шпиль прозрачного льда. Чудовищный лик глядит из ледяной гробницы на берегу. Приложить ухо. Из глубины вырывается яростный рык. Убийца! Видать, команду бросил нас тут наш... Ваш неспящий бог. Голос затихает. Постой, твоя тень. Говорит другая форма. Прошу, спаси нас. Найди топор, вытащи. Предатель... А кто ты? Старпом, беречь команду, подвел их, надо было, проклятое место, надо было беречь команду, да-да-да, найди топор, вытащи, предатель. А что случилось? Люди видели огни в южных скалах ночью, мы с капитаном хотели изучить, плыли одни, он не сдавался, не спал, мы прошли стены льда, наконец добрались, гигантский рог, увидели слова едва доносятся до вас, некоторые из них уносит ветер. Вытащили на берег, быстро, размера свет, откуда-то он знал. Безумные глаза, он шептал, отвечал. Он сказал, его избрали. Один отвел взгляд, не мог сдержаться. Смотрели, мы сражались. Холодные руки, стальная хватка, бездыханный. Найти топор. А что там во льду? Силуэт во льду сжимается. Я не знаю. Глаза открыты, наблюдают. Тень от тени сквозь лед. Это не все еще закрыты. Поэтому нельзя восстать. Разбей лед, уничтожь сердце. Разбей лед и уничтожь сердце. До свидания. У вас тут нет. Я двигатель сломал. Просто очешуенно. Я сейчас буду добираться до ремонта 35 лет. Вы чё? Как можно было сломать основной движок? Ладно, у меня два топора и у меня три претендента на разбитие. Так я понимаю. Две лапы, одна морда. Так.
Слышите, да? Давайте я здесь заночую. И потом отправлюсь чинить движок. Так глупо сломать движок, просто трындец. Я просто отсюда не успею. Здесь же... Или, погодите, здесь же тоже можно что-то сломать? Осколок льда. Темный силуэт. Тень капитана. Короче, капитан у нас фиолетовым обозначается. Вся остальная команда не фиолетовая. Погодите, все сходится к тому, что именно капитан предатель. Ну, грубо говоря, тот, о ком говорят предатель, предатель. Предлагаю не капитана разбивать первым. Я не знаю, сколько тут ледорубов, ледоколов вот этих вот. Но предлагаю не капитана разбивать первым, потому что мне кажется, что это будет ошибка. Ну, как бы я понимаю, что существует теоретический вариант, что эта вся команда сошла с ума и предала капитана. Но что-то я пока в это не особо верю. Ой, пардоньте. Давайте чинимся. Нет, надо было сразу этот лед продать, когда он еще хоть что-то стоил. Так, ну что ж, тогда открываем. Давайте еще поисследуем, а то мы уже такие собрались что-то разбивать, ломать. Подождите, тут много вопросов. Мне немножечко не нравится, что мне приходится дрифтить среди всего этого, и я так глупо... Жалко, что вот этот понтон не находится здесь где-то в середине. Мне каждый раз приходится к нему плавать. Не сказал бы, что это очень удобно. Так, это у нас там выплыв наружу будет. Мне просто этого придурка накормить чем-то надо. Я сейчас наловлю рыбы, пока я здесь. Поеду скину ему. Пусть пожрет. Кормушка. Да. Поскольку уже вечер, можно будет тут же посерединке переночевать. И уже с новыми силами отправиться. Все, спим здесь. Сколько мне получается тогда надо? 4. 4 куска льда. Поехали просто дальше исследовать. Сейчас посмотрим, может мы найдем еще какое-то место, куда мы не заплывали. Подождите, мерзлый понтон, да. Южная точка, восточная точка. Я, по идее, везде заплывал. Хотя вот тут, вот этот кусочек еще остается интересным. Давайте я сюда сплаваю. Это глаза у нас? Нет, подожди, это не глаза, это лапа. А, во! Это третий. Я сюда еще заплывал без ледокола. Охренеть. Погодите, что за место? А, это камни, скорее всего, да? А, это мимик! До свидания.
А вот это камни. Кстати, если я правильно помню, я за все это время так и не нашел никакого способа бороться с мимиками. То есть у нас ничего агрессивного на корабле не появилось. Ни пушек, ни мортир. О, тут есть какой-то заплыв. А, это как раз... Нет! Ладно, универсальная удочка, фиг с ней. Это как раз к глазам, да? Да. Вот тут я выудил топор. Хорошо. Не зря сплавали. По идее, команду мы сейчас уже вытащить можем. Да почему ж ты? Постоянно он... Пытаешься тормозить, и он постоянно задницу подставляет под торможение. Динамит уронили за борт, удочка отключилась, еще что-то. Офигенно. Движки. То есть ты тормозишь, вместо того, чтобы ровно тормозить, постоянно за борт, ну, как бы постоянно черпается задним бортом. Это же офигенно, да? Извините, куда я выплываю? О! Какая-то фигня интересная. Ладно. Половили и хватит. Не-не-не. Нам вон туда. И починиться, и всякое такое, так что... У меня напало безумие. Так, починиться. Ремонтируемся. Так, и рыбочку. Рыбка тоже ушла. Хорошо, спим. Вроде как теперь мы... Я бы сказал, все облазили, но на самом деле меня тогда смущает, что... три кирки из четырех возможных... Сейчас мы еще немножечко пошаримся тут. Я думаю, сколько этому еще времени определить. Один или два дня. Ну, тут будет мутант. Ну, блин, не факт, что нужно мне мутант. Опять на него тратить время. Давайте в этот раз с этой стороны поплывем. Да, я знаю, что я в этом закоулочке уже был. Но я хочу именно через этот угол поплыть сейчас. Да, мы заплывали тут у нас. Вот здесь мы, по-моему, были еще без ледокола. Это я тут. А, нет, вот. Вот он. Вот он, вот он, вот он, вот он, вот он. Там, погодите, там есть еще кое-что. Четвертый. Так, а ты? Прозрачный ледяной шпиль уходит в... Каменная плита. Это четыре... Чего? Краба? Я, наверное, сейчас... Что я сейчас?
Нет, нет, и не надо. Тут есть, кстати, вы... А, это я уплывал от этого придурка и не заметил проход. Отлично. Вот, видите, не зря сплавал в эту сторону. Я бы, наверное, сейчас бы взял парочку крабьих ловушек. Хороших. Поставил бы их. Я не поеду за своими крабьими ловушками. Я, наверное, просто куплю здесь. А что это за место? А, серьезно? Это возле одной из рук. Я тебя понял, я могу тут ночевать? Пожалуйста, скажите, что да. Да. Ну, в принципе... Видите вон ту фигню? Нет, нет, чувак, нет. Блин, мне опять придется... Нет! Рыбы наловить. Ты у нас... А, да-да-да-да-да, значит... Вон там тот проход. Сорян, мой косяк. Не, по идее, вообще в противоположном направлении. Чтобы свою идею с крабами-то осуществить, ну, на каждом острове можно было получить что-то уникальное. Давайте этих два здоровых возьму. Они должны быть еще в нормальном состоянии, чтобы его завтра накормить, там, допустим. Или даже сегодня. Нет, мне не надо. Нужны две здоровые, две маленькие. Тоже большие. Я понимаю, что я могу там мутанта поймать, но мне просто нет места столько ловить этих ребят. Офигеть, вот это ловушка. Стоп, мы сейчас... Ну, давайте, да. Если он сейчас не будет со мной гоняться, прям сейчас... Я успею проплыть. Так, мне нужны две маленькие рыбки. Поехали, поставим крабьи ловушки, потом я поплыву в центр, покормлю вот это чучело. Ох, долго нас подтягивать будет, подтягивать, подтягивать. Хорошо. А, кстати, у меня хватит... Трём.
отлично. Так мне, по идее, хватит. А где они у нас там? Нет, погодите, сети. А у нее не продается крабьи ловушки? Давайте я сейчас быстренько на паузе тогда смотаюсь за крабьими ловушками и привезу их, и закинем тут сейчас туда, ребят. Итак, ребятушки, мы здесь буквально за один день без сна. Получилось смотаться, утром отплыл, вот вечером приплываю обратно. Итак, не то. И где у нас там краб-ловушки? Раз, два, три. Все, можно идти спать. Ловушечки у нас пойманы. Мне интересно, краба, медуза, что там будет? Отдыхаем. Надо было, наверное, сразу это сделать, но опять же, кто ж мог правильно бы подумать, как играть, да, в это все. Зайти! Проснуться. Во. Ну давайте проверять. Мерзкие звезды, в смысле. Ладно, морские звезды. Взять все. Вот все. Интересно, а этот придурок крабов кушает? Да я знаю, прикинь. Я знаю. 4-4. 2. А давайте я попробую накормить его крабами, если получится. Сейчас еще что-то по пути наловим. Потому что оно же мне иначе жития не даст просто. Тут еще рыбешка есть. О, 4 рыбки, это как раз то, что мне нужно. Посмотрим. Я бы тогда хотел открыть какую-то редкую фигню вон там, вон, которую мне разрешают открыть, если получится. Пойдем мы сейчас, наверное, потихонечку размораживать этих придурочков. Я ж тебя кормлю, кормлю я тебя, на. Так, хорошо. Куда нам? В принципе, все понятно. Вперед это у нас будет морда. Тут по бокам руки. Пойдем сначала руки. Как будто меня кто-то понюхал. Сначала руки? Да, сначала руки размораживаем. Поехали. Размораживаем. А достать из хранилищ... Нет! Ух ты ж. Достать из хранилища топоры, которые я сложил. А уже 14:40. Давайте спим здесь до утра. Во-первых, из трюма достаем... Раз, два, три, четыре. Стой. Вот это вот бросаем. Спим. Я не знаю, возможно, это будет сейчас моя самая большая ошибка. То, что я решил кэпа размораживать в последнюю очередь. Ну, посмотрим. Потому что, как по мне, порядок должен быть именно такой. И я не буду все это делать одновременно, кстати. Я сейчас разморожу, разобью одного, хотя бы посмотрим на реакцию, какая она будет. Да, давайте вот это вот.
О, ошибку я совершаю, наверное. Ну, поехали. Обледенелое оборудование. Дневник. Дневник я же вроде читал, да? Или у этого нет? Энциклопедия. Гляньте, рядом с ледяным королем. Ха. Погодите, давайте. Осколок льда разбить. Холодное солнце, не помню, тепло, больше не могу, освободи. Да, не одноразовые. Вы силой ударяете по центру осколка, где тьма, загадочный силуэт кажется плотнее. Глубокая трещина пробегает по осколку к самой вершине, а лед раскалывается, осыпается. Ну да. Тебе не понравилось? Понимаю. Обнажается сердцевина ледяной... А, да! Вот что это такое! Это не крабы! Вы забираете камень и уходите. Это не крабы. А на месте падения шпиля осталась грудь ледяных осколков. Больше ничего. Тогда предлагаю... разбить сейчас вторую корябку. А, вот где я оказался. Отлично. Нам сюда. Оно здесь получается, да? Нет, я что-то путаю. Это вон там дальше. Это мне сейчас надо по кругу разъехать, объехать. И потом заехать с другой стороны. Вот это сейчас вход, въезд к голове. Да, я тут уже был, я это пробивал. Я почему запомнил? Потому что вокруг головы нельзя плыть. Вокруг рук можно плыть, вокруг головы нельзя. Поэтому мы сейчас... плывем ко второй руке. Наверное. Да, вот она. А после этого проплываем вот сюда вот. Я не знаю, если вы видите мой курсор или нет. Ну, короче, ладно, сейчас поймете, о чем я. Я думаю, вы уже поняли, но это ладно. Я тут еще, кстати, не проплывал. Потому что с этой стороны я еще не плавал. Иди сюда. Осколок, да-да-да-да-да, разбить, да-да-да-да-да. Комментарии все такие же, опять уходит душа. И опять сейчас это... Кстати, у него 4 глаза, смотрите. И глаз опять, да-да. Каждый раз, когда эта штука уходит, глаз закрывается. Давайте. 4 силуэта, 4 глаза. Окей, более-менее в этом логика читаемая. Кстати... счет глаза сначала не увидел, а потом как увидел, нам вот сюда. Вот к этому камню. Я сначала думал, что мне сюда каких-то медуз, кальмаров надо совать, а это, похоже, квестовое место. Видите? Да. Оставшиеся два... мне нужно сюда же. Тогда мы сейчас идем. Да, выезд у нас отсюда. Я более-менее стал ориентироваться, хотя это тяжело. Здесь все белое, все одинаковое. Эта фигня пока за мной вроде не охотится. Идем к торговке. Заберем наших крабов-кальмаров, которые там наловились. И у нее же сохранимся. Я не хочу сохраняться в центре. Только мне известным причинам.
Так, взять все. Взять все. Взять все. Рыбный рынок. Продаем все к чертям. И на этом, ребятушки, серию будем заканчивать. Получается, я уже не знаю, развязка, не развязка будет в следующей серии. Выглядит все офигенно интересно, поэтому я бы не хотел сейчас все делать в торопях. У нас как раз по хронометражу серия подходит к концу. В следующей серии мы уже разобьем оставшиеся два кусочка льда, получим, наверное, два оставшиеся рубины. Уже я не знаю, что еще случится. Честно говоря, пока не буду предсказывать. Пока что спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем ладушек. Всем покеда.